И прямо сейчас у меня есть собеседник, человек, которого любят все. Это Роман Бум, президент мотоклуба «Свободные ангелы». Рома, расскажи, пожалуйста, какая сегодня программа у вашего мотоклуба? Ну, программа у нашего мотоклуба программа короткая, это только мото. К сожалению, ничего не разрешилось сделать. Ну, выставку совместно с Владимиром Волковым, с его ретро-мотоциклами и с мотоциклом нашего клуба. Что-то мы восстановили старое, что-то новое. Люди ходят, фотозоны организовываем, то есть можно фотографироваться, посидеть на мотоциклах, поговорить, поспрашивать. Кто-то уже подходил, вспоминает свое детство, слезы на глазах, очень приятно. Ну и, наверное, надо сказать, что вы ежегодно, каждый день города проводите мероприятия, все-таки постарались, несмотря на пандемию, сделать все возможное, правда? Ну, как, в принципе, задача любого объединения – развиваться. Каждый год мы развиваемся, каждый год что-то новое делаем. Но, к сожалению, я еще раз повторюсь, в этом году пандемия нам не дает такой возможности развиться в чем-то больше.